Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что, заберем с тренировки наш отряд. Ну, как ты видишь, на прокачку он еще не готов. Так, ну и у нас 21 бог ветра выполнил. Вот это круто, кстати. Ну, а остальное у нас, в принципе, все есть. Поэтому предлагаю дальше пойти разминать, так сказать, кости нашим врагам. Погнали. Да, я возьму этот отряд. А почему бы и нет, да? И надо будет Суню-Куни вызывать, чтобы он там нанес сколько-то повреждений врагам. Двум, трем, я уж точно не помню. Так, я надеюсь, он не уничтожит башню-то сразу. А где враги-то? Эй! Вышел хоть кто-то, слава богу. Ну, ты сам все прекрасно видел, тут без комментариев. Мы их разбомбили. Причем довольно легко. Так, в магазине что у нас тут есть? Давай глянем. Бесплатно мне, пожалуйста. Ага. Мечник, черный рыцарь. И квест мы с тобой завершили. Делец. Давай посмотрим, что у нас тут за задание. Ох, ты серьезно? Ребят, я не имею права упускать такой шанс получить. Подожди, а у нас ведьма точно не прокачана? Сейчас, секундочку, дай-ка я. Да нет, вроде бы она не прокачана у нас. Да, 4 звезды. Кстати, тут нужно-то всего лишь 180 карточек, и все, и ведьма будет у нас прокачана по полной программе. Поэтому уж извините, но я пойду на это событие. Берем вот так. Дальше, кто мне понадобится? Я возьму, наверное, Ронина. Возьму ниндзю. Баллисту, что ли, взять, наверное, да? И друидку. Пускай он идет против нас со своими зомби. А мы, кстати, у него прыгун там есть. Это может нам, кстати, очень плохо сказаться. Прыгун, тем более короткая дистанция. Ай-яй-яй. Ронин, в принципе, есть. Ладно, пока ничего не будем делать. Воу-воу-воу. Но тут ниндзя, тут даже не обсуждается, ребят. Ниндзя, она издалека этого зомбарика быстро подчикает. А вот, ребята, и прыгун. Опа, допрыгался кузнечик. Смотри, они вдвоем что наяривают. Просто на изи запинали базу. Это круто. Ну что, первый поединок мы отыграли. Получаем с тобой 23 карточки на ведьму. Это еще не конец. Это только первый был поединок. Мы идем дальше. Так, тут уже будет, по-моему, 12 карточек. Ну смотри, 23 плюс 12, это уже 35 и 8, да? То есть за 30 мы получаем там. Так, берем опять же Рунина. А нам не хватает 180. То есть это вообще выгодное вложение, на самом деле. Так, кого же я там еще-то брал? Я вот только одного не могу понять, почему здесь вот зомби стоит. Вместо зомби должен быть кто-то другой. Как по мне. Ну кого я брал-то, я уже забыл, а? Ну давай возьмем чумнуху. Фиг с ним, пускай будет чумная мышь. Вторая попытка. Я не знаю, стоит ли нам ускорять вообще процесс игровой или не стоит. Ну, пока не буду. Тишина, да? Вызываем, наверное, ниндзю в первую очередь. Ну да, правильно, ниндзя. А у них, наверное, все повторяется, ребят. Выходит зомби. А дальше прыгун. Прыгун, как ты видишь, вышел медленно. Да и все, тут победа. Очень быстро и эффективно разбираем, кстати, мы с тобой, да, здесь все. Так, сколько? 12, по-моему, карточек должно быть. 13. Ну вот, смотри, 25 плюс 13. Это уже 38. И еще, по-моему, 8. 46 карточек получается, да?
46 карточек, это вообще нормально. Так, берем с тобой башню. Ниндзю. Сделаем вот так. Слушай, ну давай возьмем Ронина, фиксим. Надо будет, кстати, посмотреть, сколько нам надо карточек на бога ветра, чтобы его прокачать по фулке. Я знаю, что много, но вот сколько точно хотелось бы знать. Ну давай Чумнуху. Чумнуху я вообще, ребята, не использую здесь. Вы, наверное, заметили, да? Кстати, сейчас вот сыграем это, и, ребят, наверное, сделаю небольшой перерывчик, и куда надо сбегать. Ну, вы все равно этого не заметите. Для вас это будет просто секундная пауза. Ну куда ты идешь? Ну куда ты идешь, а? Зомби, подрывник. Сейчас сзади с баллоном. Вот этот баллон-то, кстати, у него и взрывается. Ну где там этот? О, он идет. Ох ты! Ты посмотри. Все, крышка. Ну, друзья, как-то так. Забираем с тобой последнюю карточку на ведьму. 8 штук. Да, 8. Все, событие у нас пройдено. А, кстати, ты видишь, ивент-то все, ребята, ивент закончился, больше его нету. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Запрос. Сделаем подарки, собрать все. Вот так вот. Ну что, заглянем. Ребят, сколько нам еще до телепорта? Ну, 2 аренки. 1,5. И будет портал. Но это чуточку, ребят, попозже, чуточку. Ну что, продолжаем играть в Tower Conquest. Поехали. Так, это у нас нефритовая долина. В принципе, можно даже... Нет, не буду. Не буду рисковать. Давай, наверное, возьмем... Нет, это слишком круто для них. А если я возьму этот? Блин. Короче, давай вот так вот сделаем. Пойдем этим отрядом. Так, купим энергию. Ну, если что, ниндзя на ниндзю. Толкатель у нас, я не знаю, куда он пойдет вообще. Тигра будем, наверное, големами как-то сдерживать. Другого варианта я не вижу. О, начинает именно с тигра. Блин, сейчас если душу он выпустит этого тигра, это, ребята, будет плохо. Ну? Так. Окей, давай, толкатель, выходи. Что у нас получается? Ну, в принципе, все очень даже неплохо получается. Мы тут их разбираем. Я вот не знаю, богиню солнца вызывать? Наверное, надо позвать ее. Ну, естественно, сразу же душа. Кто бы мог в этом сомневаться? Да никто. И всех положили. И толкатели. Бедного всех. Так, голем, выходи. Я сегодня позову богиню солнца или нет? Не понимаю я. Толкатель, ну. Красиво. Все, я призвал. Теперь посмотрим, как у нас... Как у нас это все дело пойдет. Сразу всех зажали. Кстати, у нас 59 секунд, ребят, осталось на все про все. Так что некогда тут, как говорится, делать раскачку. Надо сразу же бомбить. Давай, родные мои, давай, 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 прожариваем. 38 секунд. И да, победушка. Слушай, ну было напряженно на самом деле. Поехали дальше. Так, последний уровень там, да, у нас остается. И мы возьмем, наверное, наш супер-пупер имбовый отряд. Вот этот.
Тут, кстати, тоже богиня солнца будет. У врагов. Ну, поверь мне, она ничего сделать не успеет. Я даже сомневаюсь, что она успеет даже выйти. Сейчас посмотрим. А то мы тогда тоже радовались. А когда она вышла, было совсем уже не смешно. О, Ронин, я про тебя и забыл. Я про тебя и забыл, что ты можешь выйти с истерикой и наказать. Через отражение, конечно, очень круто бомбит. А вот это плохо. Вот это уже было плохо. Поехали. Чтобы им пусто было, да? Но богини солнца я пока не вижу. Вот она. Явилась. Это плохо, ребят. Так, посмотрим, сможет ли у меня справиться здесь ведьма. Как ты понимаешь, у нас армия нежити. Вот что нам нужно было. Все, и нет богини солнца. Ха-ха-ха. Так, через отражение всех практически поуничтожали. Ну и уничтожаем замок. Вообще на изи. Все, ребята, победа здесь за нами. Ну и забираем, естественно, сундук нефритовой империи. В бой. Вот он, сундучок. И выпадает нам Сакура, короче. Ну и храмовый пес. Переходим с вами на территорию защитников же, да, по-моему? Да, защитников. Что-то я уже засомневался, думаю, точно ли их так звать. Ну ладно, поехали. Тут пришелец у них. Так, что нам сделать-то? Давай, наверное, я вызову самурая. Ведьма. Точнее, некро. Давай. Пробиваем. Суникун пускай идет. Также мы сделаем с тобой корни. Ну и я тебе скажу сразу же, что тут победа уже будет за нами. Это безоговорочная. На. Это, сука, Лобков тырит у нас. Ха. Супостат. Ну вот. Вот она, долгожданная. Ну что, это только первый бой, еще впереди 4 поединка. Но если мы таким темпом пойдем, очень будет даже круто. Такс. В принципе, тут ничего страшного нету. Воблер прибавляется к врагу. А у нас против... А, он, ну конечно же, тыквоголовый. Я про него и забыл. Вот он-то как раз и будет отдуваться за всех. Да-да-да-да, лети-ка ты знаешь куда? Подальше. Ну, погнали. Сразу надо вызывать некро. Подожди, со своим некро. Тут немножко по-другому все пошло, не так, как я хотел. Ай-яй-яй. Нам повезло, что у нас корни были. Они как бы врага очень хорошо сдерживают. Ну, молодцы. Даже ничего не успел сделать. Не, ну как, он стырил у нас нашего бойца. Да чтоб тебе. Так, давай пришельца карточку заберем. Ну, я думаю, что все. Тут уже ихняя песенка будет спета. Этот все Колобков тырит, а? Посмотри. Ну, взорвите вы уже базу, вот. Прекрасно. Что-то как-то этим отрядом, ну, если честно, тяжеловато играть. Хоть он вроде бы и крутой такой, да, но... Если бы Суникун был бы прокачан, поверь мне, было бы все намного проще. А так мы практически лишены одной боевой единицы. Из-за того, что он всего лишь две звезды. Он сотого уровня, но не, ребят, у него две звездочки всего лишь.
То есть меньше атака, меньше защита. Всего меньше, понимаешь? Так, ну-ка давай. Жаба на жабу. Плюс голем. Ай-яй-яй. Он призвал слизня. Да еще и этот тут прет. Ё-моё. Ну. Молодец. Все-таки пробиваешь. Но против, конечно, жабы с молотом тут ниндзя бесполезно. Да ты опять, как он достал меня уже, а? Серьезно тебе говорю, этот толкатель просто заколебал корень. Ну. Он еще раздражает тем, что у него массовая атака, этот вот слизень морпех. Я думаю, что здесь все, здесь уже будет побед за нами, потому что мы подошли практически вплотную к базе кого. И тут начинается просто разлет полетов. Смотри внимательно. И что происходит? Две ниндзя там просто базу ушатывают на раз-два. Отлично. Что тебе могу сказать? Мы переходим с тобой дальше на третий, предпоследний поединок. Так, вот эта картинка мне уже где-то знакома была. То есть они и ползуна сюда взяли, да? Так, ну что же, я, наверное, сделаю... Подожди. Сейчас взорвется. А этот похитит. Ну, он, по крайней мере, может пришелец похитить нашего щитобота. Но, как видим, не щитобот здесь вышел. Так, тихо, тихо, тихо. Ну вот куда ты катишься, а? Давай, паладин, еще убивай. Отлично. Слушай, он достанет, а? Всех, по-моему, в корень. Этот пришелец. Так, ураганчик. Оп, туда, к стеночке. Не успел, да? Он кого-то там хотел завербовать, но не получилось у этого пришельца. Уфо. Вот и славно. Так, это у нас получается третий был поединок. Переходим с тобой на четвертый. Это предпоследний. А, последний даже. Ё-моё, нифига как быстро у нас поединки пролетают. Ну, давай тогда, наверное, возьмем наш имбовый отряд. И также он имбово сейчас всех тут распинает. О, кстати, подожди секунду, я что-то не то сделал. Они же здесь могут, знаешь, как сделать? Вот, смотри, а следом, да-да-да-да-да, следом вот этот вот прыгун. Вот так вот они любят делать. Если кто не в курсе. Ну-ка, минус, минус. Ронин, да, Ронин против ползуна, конечно, бесполезен. О, шуршит. На. Все, базы как будто здесь и не было. Да, Ронин, конечно, когда разбегается, он очень крут. С разбега выносит просто четверть хп у башни, у базы, это точно он сносит. Так, а у нас тут с тобой что выпадает? Да, это все у нас есть. Ну что, ох ты, ты прикинь, Суньюку надали, ё-моё, ребята. 14 карточек, неплохо. Так, ядерный робот и башня рощи. Ну и мы с тобой перелетаем в следующий портал. Так, а сколько нам нужно еще карточек на Суньюкуна? Давай посмотрим. Так, здесь завершили. Армия. Это у нас нефритовая долина. Ребята, еще 30 карточек и все. И он будет у нас прокачан на 3 звездочки. Ну что, территория нежити, как говорится, встречает нас. Давай вот так, наверное, сделаем. Как раз вот против чумнухи мы будем с тобой применять нашу ниндзю.
И насколько я помню, именно с нее он будет начинать заход. Не? Ладно. Нет, все-таки с нее. Давай, ниндзя, бомби. Отлично. Големушка пошел. Еще, наверное, позовем. Подожди-ка. Так, сделаем. И еще одну ниндзю позовем на помощь. Ну, две ниндзи будут запинывать здесь любого. Любую чумнуху, любую там, я не знаю, мокруху, кого хочешь. Ай, молодцы. И все, базу мы с тобой разобрали. Ну что, двигаемся тогда на второй эпизод. Здесь прибавляется призрак. Ну, вот это вот будет похуже. Ненавижу привидение. Летает, бесит. Причем раньше, вот как я помню, раньше ты мог ее позвать, и она постоянно летала. Теперь, ребята, все не так. Теперь надо будет ее постоянно призывать. То есть, да, она стоит дешево, но приходится постоянно тратить свою манну для того, чтобы вызвать этого привидения. Ну давай ты бомби уже там. Сейчас посмотрим, сколько отнимает она здоровья у ниндзя. Ну не так много, но все равно неприятно. Так, чумуха, ну куда ты-то прешь? Прет она мне. Мы, кстати, по-моему, привидение, которое только что летело, мы его пробили чем? Правильно, молнией. Так. Ну давай, 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 есть. Все, ребят. Просто по первоклассному сорту разобрали. Ну что, переходим с тобой на третий этап. Ох ты, кого они здесь, ребята, хотят против нас выставить? Да-да, служитель тьмы и, собственно, персоны. Кстати, он у меня тоже не прокачан на 5 звезд. А хотелось бы. Что-то никого не спешит он вызывать. Его големчик пошел. Мы тоже вызываем голема. И следом, скорее всего, надо вызывать ниндзю. Допустим. Так, а теперь я попробую накопить на богиню солнца. Так, подожди, вот это не надо делать. Так, богинюшка, давай. Ох, сейчас не поздоровится кому-то. Давай, давай, ускоряшку бери. Ох, как она сейчас будет прожигать их всех. Налево и направо. Я говорю, если ты успел призвать себе в помощь богиню, то, считай, на 50% ты уже выиграл. Понимаешь, да? Так, предпоследний у нас этап. Здесь. Вот здесь похуже, здесь уже прибавляется некро. Блин, я даже не знаю, как. Ну, этот отряд против не пойдет. Ну, давай попробуем этим. Ну вот здесь самая сильная боевая единица вот у нашего врага — это именно некро. У нас есть, конечно, баллиста, но у него есть призрак, который будет летать и нервировать. О-о-о, ползет, ползет, ползет. И он сразу же выпускает призрака. Ну, разве это справедливо, ребят? Давай-ка мы вызовем. И он, да ты специально сейчас это сделал, да? Хорошо. Вот так вот. Ни нам, ни вам, как говорится. Фехтовальщик, наверное, будет больше всего, нет? Не больше всего получает он урона, а я думал, что больше. Так, сейчас мы с тобой призовем жнеца. Раз не хотят по-хорошему, будем по-плохому. Давай, жнец, пошли. Нас ждут великие дела.
Ну? Давай, 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 что там происходит? Так, ну жнец, ребята, получил повреждение именно от привидения, которого тут летает постоянно. Все. Да, что-то жнец тут как-то дал слабину, если честно. Совсем не такого я ожидал. О, тут старый дед, ребят. Против старого деда лучше не шути. Если он выйдет, если он начнет буянить, то спасу нет. Ну, конечно, у меня есть супер удар против деда, но вот если так чисто брать по юнитам, то это трэш. Во-первых, он бьет по земле и оглушает наших юнитов. Практически всех. С оглушенными он что хочет, то и делает. Ему закон не писан. Ну, Рони, ну ты мог выбежать-то, ну... Мог бы свои тапки-то прошуршать, в конце-то концов. Оп, заморозка. Все, некро, отдыхай. Ты смотри, что мы творим. Вообще на изи разобрали, быстро так. Ты заметь, кстати, когда некро погибает, она может после себя оставить там армию колобков этих, да, скелетиков, черепков, которые после себя еще могут уничтожить любого, в принципе, противника. Ну что, сундук нежити. Старый дед, зомби с надгробием. В общем, неплохо. У нас территория роботов. Так, сейчас посмотрим. Территория роботов, потом идет территория, опять же, Нефритовая долина. Захватчики и опять нежить. То есть здесь у нас повторение идет именно по двум нежитям. Так, слушай, вот здесь вот тоже, ребята, толкатель плюс... Давай так попробуем. Но опять же, чем здесь плохо, ребят? Толкатель, он отталкивает всех наших вот этих юнитов. Он может также и колобков этих бомбить. В принципе, с одного удара для него это не проблема. Поэтому тут надо быть очень аккуратным и, самое главное, быстрым. Чтобы некро и, естественно... Видишь, она очень медлительная. И в этот момент... Оу... Смотри, 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 что происходит. Да... Хотя, может быть, нам еще и повезет. Может быть. Это не точно. Не везет. Пока не везет, ребят. Бомбер именно попадает, поэтому... Вот он опять вышел, толкатель. И он опять попадает по ней, а? Да ты заколебал. Просто заколебал. Он попадает именно в некро. Да ты опять сейчас еще и туда, да, попадет? Надо же, по некро не попал. Это что-то щепка. Есть. Красавчики. Не, ну так, конечно, мы далеко не уйдем такими темпами. Второй поединок. Смотрим, кто у нас тут. Угу. Репульсор, спасибо большое. Нашли, дурачка. Поехали. Репульсор сам по себе, он ватный. Он легко убивается. Но вот именно его, на вот эту вот способность отталкивать бойца, еще и оглушать при этом. Он как толкатель, только толкатель массово бомбит. А репульсор соло. Одиночный. Так, ну что, давай, наверное, вызовем. Угу, угу. Так, нам нужно сдерживать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Есть, успели. Сейчас мы этого летуна сейчас наказывать будем. Достал он. Угу, конечно. Толкатель. Держи карман шире. Нашел дурачков. Ну и тут сам видишь итог. Итог вообще великолепный. Разбор базы. Побежали дальше.
смотрим. Так, третий этап. Третий этап, и здесь. А что он прибавил? Только лишь молотильщика. Фью. У нас вот именно здесь, против молотильщика, очень хорошо заходит наш всадник на журавле. Потому что молотильщик разбирается очень быстро. Так, тихо, роднуля. Он разбирается очень быстро, и он не может нанести повреждение циркуляркой именно по нашему всаднику. Вот это вот круто. Но зато вот здесь вот он, да, погибает. Ну-ка. О, видишь, все отлично. Ну, а сам молотильщик, конечно, хорош, потому что он очень дамажистый. Вот видишь, что он может чудануть. Выпустить свою пилу, и все, ребята. И весь наш отряд, который там стоял в зоне комфорта, ему уничтожается. Давай, отлично. Да бомбите вы уже этого самурая. Самурай-толкатель. Он действительно похож на самурая. Так, мы с тобой выполнили. Ага. Ну что, продолжаем наши драки. Здесь ничего страшного, ребята. Здесь просто-напросто прибавляется щитобот, и все. А на последнем этапе, скорее всего, он поставит еще хилбота. Это старая школа, да? Хилбот, щитобот. Все как полагается. А вот это мне не нравится. Так, нам бы здесь всадник бы, наверное, не помешал бы на журавле. Нет, вот так вот. Видишь, что он делает? Вот про это, ребят, я вам говорил. Блин, он достанет своим вот этим отталкиванием. Видишь, еще и в стан гоняет. Вот так вот неплохо. Даже, скорее всего, вообще великолепно. Лучшего и быть не могло. Но опять же, если молотильщик появляется и выпускает циркуляру, мои тут погибают. Выдерживает только кто? Паладин. Паладин, потому что сам по себе очень живучий, так что ему как бы не грозит, не страшно вот эти все. Опа, ускорение. На одном ускорении, ребята, мы просто их прожали. Прожали и продавили, я вообще не знаю, там порошок растерли. Ну что, последний этап. Здесь мы возьмем, наверное, вот этот наш отряд. Термин 9000. Прикинь, вот ты прикинь, вот с ним вот раньше приходилось драться. Посмотри старые серии мои. Там волосы на голове рвал. Как с ним тяжело было, проблематично драться, а? А сейчас, когда вот этот отрядик есть имбовый, мне вообще ничего не страшно. Угу, подбили. Как же я обожаю вот это отражение. Тюф. Ну, хлоп. Я не буду пока тратить ульту. Не вижу в этом смысла. Так, хорош, ребят, успокоились. Ну вот и все. Прошли мы с тобой еще одну территорию. Территорию роботов. Забираем сундук роботов. И выпадает нам робот с ракетой, трансформатор, ну и немножко денег. А вот нефритовая долина. Нефритовая долина. Так, здесь ниндзя и самурай. Оу. Так, я даже не знаю. Ниндзя и самурай. Ха-ха. Тут такая команда, ух. Что будем делать? Наверное, паладина в первую очередь вызывать. Ну, так смотри, в чем проблема. Сейчас мы вызвали паладина. Ну, давай еще попробуем. Нам главное застанить. И молотильщик, чтобы продамажить. Все, отлично, ребят. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Фу, перепужался малька. Так, ниндзя, ты заколебала. Ну, самурай сейчас плакать будет. Нет, не стал.
с честью, как говорится, отдуплился. Ну тогда хорошо, ребят, мы базу-то быстренько сейчас откупорим, да? Зергут. Ты, кстати, видел, да? У них тут поля, рис посеян, там все нормально. Красиво выглядело. Так, у нас что-то как-то быстро энергия заканчивается, я смотрю. Вот здесь еще есть. Здесь есть, но вот как нам здесь быть? Потому что короткая дистанция. Джаггернаут стоит 250. Ума не приложу пока, если честно. Еще плюс ниндзя, не забывай про них. Псы эти храмовые, это ерунда. На один щелчок, так сказать, нам. Баллисту будем сейчас вызывать, наверное. Да, это будет оптимально. С баллисточкой пойдут дела в гору у нас. О, заплакал. Вот и пускай стоят теперь в этой клетке. Да все, все, все. Тут уже чистый проигрыш. Эти даже не успели погибнуть в клетке, как мы уже разбомбили ему базу. Так что, если он там что-то там хотел, думал, то это все зря. То же самое, абсолютно ничего нового не воткнули. Черепаху, которую мы с тобой тоже можем спокойненько с помощью нашей баллисты уничтожить на дальней дистанции. Так что, пускай даже не думает ничего. Поехали. Так, и сразу же, наверное... Ну, видишь, он постоянно вызывает сразу ниндзю. В принципе, это правильно. Но как он так быстро успевает накопить? Самурай плюс ниндзя. Фига он везучий. Давай-ка вот так вот. Хлоп. И все. Баллиста очень долго идет. Это проблема, конечно. Но зато далеко бьет. Тут уж не поспоришь. Прикинь, Джаггернаут, который здесь стоял, он выхилился. Ничего себе. Клетка. Кстати, я вот не видел, чтобы в клетке самурай, ну, например, клетка его убивает, чтобы он был в истерике, он всегда на 100% погибает. О, замечательно. Так, ну что ж, двигаемся далее. И у нас... Кто там? Чи? Какой-то там, я не знаю, фехтовальщик. Ну, фехтовальщика мы можем с тобой взять. Точнее, не фехтовальщика, а копейщика. Копейщика мы можем взять через фехтовальщика. Это, в принципе, не проблема, вот. У нас дамаг даже будет побольше и побыстрее, по-моему, так. Вообще, да. А вот самурай, ну, самурай, это понятное дело. Тут фиг ты его пробьешь так легко. И опять же это ниндзя. Ну, ё-моё, и храмовый пес, молодцы. Сюда же они еще и копейщика добавили. А хо-хо, не хо-хо? На. Ну, смотри, что делать. Ломает клетку, ребят. И успел же сломать, а? Ты посмотри. И успел же сломать еще. Вот гаденыш-то мелкий. Слушай, у ниндзя слишком часто начал срабатывать здесь вот эта вот отложенная смерть. Опять же, я применил сейчас клетку. Где она? Объясни мне, куда клетка исчезла? О, два фехтовальщика там наяривают. Просто рубашат на изи. Великолепно. Так, у нас последняя энергия. Ага. Так. Бог ветра, собственной персоной. Ну, естественно, мы будем с тобой через наш имбовый отряд. Кто-то мне говорил, Рэй, возьми бога ветра. Ребят, я бы с удовольствием бы взял бы его. Но он не прокачан, у него, по-моему, 3 звезды всего лишь. Поэтому нет смысла его брать. Смотри, смотри. Тюф!
Прикинь, вот просто берет и с удара выносит самурая. Я думаю, что это показатель для Ронина. Ай-яй-яй-яй-яй. А ну-ка. Замечательно. Уже такая хорошая армия, да, сюда подошла. Черепаха. У него очень хороший и мощный дамаг у этой черепахи. Хоть она и слабенькая. Есть. Бог ветра даже носа не показал из своего замка. Так что извините. В этом виноваты только вы. Угу. Интересно, а в сундуке вообще можно получить Суньюкуна или нет? Мне кажется, вряд ли. Так, у нас здесь две энергии. В принципе, здесь у нас страж и жаба с пушкой, да? С пушкой, по-моему. Сейчас попробуем. Он, естественно, сейчас будет вызывать стража, скорее всего. Поэтому нам выгоднее вызывать, конечно же, некро. И прикрывать все это, конечно же, самураем. И Суньюкуна вызываем. О-хо-хо-хо, это что? Это что за смешной урон? Это что, сейчас Суньюкун подбил его так своим этим посохом? Стражника по башке ему так дал сильно. Мне же не показалось. По-моему, нет. Красавчики. Молодцы, справились. Умницы. Ну что же, двигаемся далее. Так, второй этап. У нас Тритон. Ну что Тритон здесь сделает? Ну, будет бафать, получается, своих соплеменников. Ну а мы, естественно, будем им мешать в этом деле. Расстояние короткое, так бы хотелось бы вызвать деда, на самом деле. Прямо вот со старта. Начать именно с деда. Сейчас попробую, может быть, получится. Потому что они идут медленно. Слушай, по идее, получится, ребят. Ой. Ой. Я не то сделал, ребят. Я, как всегда, тупанул. Я хотел вызвать деда, а нажал на, опять же, энергию. И вот это мне сейчас может выйти очень даже боком. Заморозочка. Ать. Хорошо-то как. Вот такая, ребята, ошибка могла бы сейчас мне стоить одной попытки. Вот эти вот Суньюкуны, когда они стоят на посохе и смотрят, у них, конечно, топовый удар. Размашистый вот этот. Ну все, дед вышел, все, ребят, тут... Уже никто ничего не сделает. Круто. Так, дальше смотрим, кто у нас тут. Оу, бородавочник. Блин. А что будем делать? Может быть, вот этот возьмем, трат? Бородавочник, он, если он делает свой разбег, он, ребят, сносит любого практически на своем пути. Вот почему я переживаю. По здоровью он вообще ватник. Но вот именно из-за этого удара своего с ним приходится считаться. И бьет он бивнями, к сожалению, тоже не кисло. Угу. Молодец, ниндзя. Передамажила. Ну, бьем, говорю, бьем. Отлично. Так, ну что, вот мы сейчас, в принципе, базу-то и запинаем, да? Нормально. Базочку запинали, двигаемся дальше.
Так, подожди, хищниц, у нас нет отряда, прикинь. Ай-яй-яй-яй-яй, я не уверен, что этим отрядом мы сможем как-то... Квест завершен, тактик. Как-то сможем... В принципе, фехтовальщик, не знаю. Сейчас проверим. У нас все равно выбора нету. Воу! Слушай, а фехтовальщик-то не промах? Но здесь-то ему не пробиться. Через джиггернаута. Ты уж извиняй. Так, страж. Не понял. Эй-эй-эй-эй-эй. Мы кого-то все-таки держали в клетке, только я так не понял. Кого? Джиггернаут лежит такой. Взорвался замок, он сразу. О, а что, все нормально? Я просто решил прикорнуть. Это жучара. Так, давай далее двигаемся. Последний этап. Так, у нас... А у нас энергия-то где-нибудь есть? Вот на этом отряде, но понятно, что этот отряд ничего тут не сделает, поэтому берем наш топовый. Погнали. Так, Ронин. Нет, я, наверное, начну с мага. Такой идет, да? А помнишь, как он выглядит? Оу! Как он выглядел в начале. На! Он даже ей, прикинь, наносит сколько урона. Офигеть. Причем довольно быстрый. Ну-ка. Ай-яй-яй, это сейчас бомбанет. Мы все-таки быстрее, да? Переплевали мы этого чудика. Так, погоди. Фух. Опа-на. Друзья, мы доигрались до тех пор, что уже... Есть, мы его уничтожили. Смотритель, да? Вышел сам смотритель. Фьюх. Ну, великолепно. Прошли. Ну что, забираем сундук. А, не защитники, захватчики. Ёлки-палки. Конечно же, захватчики. Защитники. И у нас, кстати, у нас есть отряд. Здесь и здесь. Но тут я не знаю... Ну, кого? Самурая брать? Как будто выбор, да, скажи, такой огромный. Кого брать, еще сидишь, думаешь. А вот это вот плохо. Давай, давай, колобки, уничтожаем этих партизанов. Землю покрываем скверной. О, Сунику, на! Вот то, что кислота под нами, это плохо. Такой обиженный уходит еще Сунику. Я типа не играю здесь, да? Развернулся и ушел. Так, идеально. Двигаемся дальше. У нас, по-моему, последняя где-то здесь энергия должна быть. На каком-то отряде. Да, получается вот на этом. Ну, слушай, здесь щитобот. Кто там у нас еще? Молотильщик, да, щитобот. Всадник на журавле здесь против этого зомби-камикадзе, он бесполезен, ребят. Ну как бесполезен? Он его убьет, но взрывом и сам погибает. Зачем это я так делаю, а? Ну вот зачем? Ай-яй-яй-яй-яй. И когтистый. Чего у вас так много-то здесь, эй?
О, одного пуганули все-таки, да, этого зомби камикадзе. Тот взорвался, что ли, умудрился как-то. Ну это трэш. Ты глянь, что вытворяют. Да ты опять идешь, а? Да ты достал уже всех. Так, ребята, полторы минуты осталось. Опять он идет, а? Слушай, друидка, выходи. Что-то вообще как-то без тебя тут не можем ничего сделать. Оух. Сейчас пойдут дела на поправку, поверь мне. Вот сейчас пойдут дела на поправку. О, три сразу же. Наносящий урон, хилящий и, по-моему, отталкивающий, да? Все, кранты. Есть. Мне понравилось, ребят, понравилось мне, как сегодня мы повоевали. У нас есть где-нибудь еще энергия, может, откатилась? Нет, к сожалению. Ну что нам остается? Воу. Так у нас вот эта вот последняя территория и портал. Шикарно. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.